Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-героя. Прошлая серия получилась, ну, просто трындец полный, ребят. Отключился вот этот вот микрофон. Ну, я думаю, дальнейшее вы уже поняли, да? Целый час я там сидел, сам с собой разговаривал. Хотя были прикольные моменты. Ну да ладно, как ты понял, мы продолжаем. Я проверил, сейчас микрофон у нас работает. И мы... мы находимся с тобой... На 12-м ранге, ребята, на 12-м. Я на таком ранге не был, наверное, уже, ну, с год. Ну, с другой стороны, это даже может быть и прикольно. Так, нанесите 20 единиц урона капитаном Огоньком. Так, потом нанести... Вот заморозгом не будем, давайте поменяем, ребят, задание. И нанесите 5 единиц урона героям, используя карты антигерой. Блин, еще не легче. Антигерой, твою налево. Ну что, придется нам идти и рубиться за капитана Огонька. Где у нас капитан Огонек? Вот, у него всего лишь одна, ребят, колода. Так что сейчас будем наяривать. Мне сразу всовывают 20 ранг, ребят. Что-то мне пить захотелось. Сушничок рыбы поел. Мне вот захотелось хлебнуть. Так, что у нас тут? Ага. Так, вот это, наверное, пожалуй, пока уберу. Ладно. Посмотрим. Что же делать-то, а? Я тебя прекрасно понял. Если я вот этого поставлю сюда. Поехали. Так, сколько нам дает это? Плюс 4 к атаке же, да? Плюс 4 к атаке. Блин, плюс 4 к атаке. Хорошо. Сделаем так. И, наверное, пожалуй, вот так. Погнали. Что ж поделаешь. Пока, ребят, затрудняюсь сказать, кто тут ведет. Угу. Хорошо, допустим. У него, интересно, есть кровожадность или нету? Как ты думаешь? Мне вот этот вопрос очень... очень сильно интересует. Есть ли у него там кровожадность? Мне почему-то кажется, что есть. Ладно, сейчас посмотрим. У него сработает блок, наверное, 100% где-то. Вытягивает две карты. Блин, у меня, знаете, в чем проблема, ребят? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давай сюда так вот сделаем. Так, этот улепетывает. Mm-hmm.
Слушай, он же там легендарную карту вытащил, да, из сундука? Даже вот так вот. Даже вот так он делает. Ну, этих в разнос пустим. Наверное, да? Ну да, в разнос. Так, теперь что будем делать? Страус, да, у нас есть? Посмотрим сейчас, что он влепит. Хорошо. Так, 5-10 лицо. Ну что, ребята, у нас... Это нам не помеха. Давай-ка мы, наверное, знаешь, что сделаем с тобой? Вот так. Интересно. Хорошо. Что еще там придумаешь? Бонус на атаку. Ладно. Уничтожает. Так, ребят, ну все, ему, я так понимаю. Что он там, кровожадность? Тут все зависит от того, куда вот этот охламон встанет, ребят. Понимаешь, если он сейчас встанет сюда. А, все, ему хана. Если бы он встал сюда, да, было бы не очень мне приятно. Потому что он бы бомбанул бы. А так мы его раздеребанили. Вообще великолепно. Так, ребят, на 13 ранг мы с вами перебираемся. И за капитана Огонька у нас выиграть две игры растением-героем. Нанесите 5 единиц, используя антигерой. Антигерой это, если не ошибаюсь, у нас на растениях, по-моему, антигерой. Сейчас, вот, подожди секундочку. У нас вот есть вот вспышка на солнце. И вот, вот это антигерой или нет? Да, это антигерой. Блин, мы в тот раз с тобой... Мы в тот раз с тобой попытались. Ладно, давай, давай, еще раз рискнем. Если получится, то получится. Если не получится, то я очень сильно огорчусь на нашу вспышку. Потому что в прошлой серии она еле-еле, ребята, вытянула. Еле-еле. Так что... Так, кто-то отказался от игры. И нам выпадает разгром. 11 ранг, ребятушки. 11 ранг. А вот это мы, пожалуй, пока... Ой-ой-ой-ой, а что же вы так мне... Что же это вы так смачно мне тут надавали? Так, парень, вот это вот, мне кажется, излишнее. Шишкотряс, да? А давай так проверим. У тебя нет ландшафта? Thank you.
Ну давай, сумоист так сумоист. Сумоист так сумоист. Так, ребят, ну чё, будем превращать в клононасы? Я думаю, так хорошо будет, да? Это сколько? 9 в лицо ему прилетит. Ну, если он, конечно, сейчас ничего не сделает. Слушай, а молекулярка у меня есть, интересно, у подсолнуха? Так. Ну, этого мы сейчас шлепнем. Это не железо, друзья мои. Для нас это не жилец. Пошел отсюда. Хотелось бы мне. Ну вот, побежал, ребята, здоровиться восполнять. Щенок. Ну, 5 хп у него остается, ребят. 5 хп, что будем делать? На, у него тут медиков целый арсенал. У него, друзья мои, медиков целый арсенал. Давай смотреть. Сработает... Нет, не срабатывает у него броня. У меня 2 карты. Мне выпадает ягода. Ему нужно прикрываться. Либо-либо. Потому что либо здесь... Пробиваем ему лицо. Вот как он делает, да? Непонятно, куда у нас упадет. Давай, наверное, 2 в лицо, да? Так, 4. Ну, ему крышка, по идее. Поехали. Ты понимаешь, да? 3 и 1, 4. Прекрасно. Только единственное, что я не сделал, это я не нанес урон антигероям. Да, мы выиграли с собой, но 5 единиц урона, к сожалению, я не нанес. Поэтому нам надо теперь еще разок сыграть. Видишь, если бы он сумоистом бы, ребят, сумоистом бы не отвлек бы меня. Блин, кстати, вот этот вот замех не очень хорош для меня. Особенно со своими 3 этими уронами. Как же он, ребят, противен, а? Ну, то есть основной цели наносит 3 единицы и всем по единичке. Я вот об этом говорю. Вот будет ли он ее тратить? Это уже другой вопрос. Ну давай ты там уже, халабуда несчастный. 16 ранг. Потерпел, да? Все-таки потерпел чуть-чуть. Ладно. Не стал атаковать. Ну, давай. Окей.
Вот это, друзья, уже нежелательно. Будет прокачкой, да, заниматься? Ну, по крайней мере, стараться заниматься прокачкой. Так, ну и сейчас мы ему в блок. А там он уже... Сейчас посмотрим, что ему там выпадет. Блин, вот это, конечно, прокачка, блин. Что-то очень плохое сейчас будет. Ха, видишь, а я, ребят, специально, я знал, что у него такая фигня есть. Главное, что он ее потратил. Так, а вот теперь давай думать. Да, ты прокачался, ты довольный. Что-то там дальше ага, вот так вот он дальше делает. Дальше делает он вот так. Значит, ставим сюда банан. И вот куда вот он сейчас сиганет? Блин, он же куда-то сиганет ведь. Вот так вот сделаем. Так. Либо мне здесь перекрывать, либо здесь, да? Я, наверное, здесь перекрою. Хотя это глупо было на самом деле, ребят. Мне не хватает. 7. Кукурузу я вызвать не могу. Да, я встрял тут, друзья мои. Я встрял, походу, дело здесь. 3 урона у него 100% есть, да ведь? Да, как пить дать есть. Шесть и три, 9. Я не знаю. Если у него сейчас вирус будет, например, то это будет плохо. Но 100% тренер у него еще один есть. Нафиг ли твои бананы здесь? Банан твой не поможет. Сейчас, если он тренера поставит, будет плохо. Вот он что сделал. Да, друзья, тут нифига не получается у меня. И рад бы, ну, видишь, ну никак. Что тут пробивает, что тут пробивает. Понимаешь, когда нужен фруктовый микс, когда он нужен, ты его никогда не получишь. А вот он здесь вообще не выполнен, ни один. Да, мы с тобой будем долго вот это вот реализовывать. 5 единиц в лицо нанести. Одеваться-то некуда, надо пытаться, ребят. Надо пытаться. Вообще уже должен спать. 2 часа ночи, ребят. 2 часа ночи, блин, дринкаю тут. Я еще до сих пор на больничном. Мне, ребят, до 18 числа больничный продлили.
Ну вот, молекулярка есть, блин. Нафиг ли ты раньше где-то пропадала? М? Ну, допустим. Есть клубника, есть... Много чего есть. Он даже так сделал, да? Я думаю, стоит ли мне клубнику ставить, или... Так, убираем, ребятули, этого охламона отсюда. Нам такие паразиты здесь не нужны, согласись. Так, он опять за свои, да? Окей. Так. Этого что ли хочет? Ладно. Мне придется, ребят, вот этого ханорика уничтожать. Или же делать это. А как мне это лучше сделать-то, блин? Ну, давай, наверное, так сделаем. И вот так. Этот, конечно, мне вообще не нравится здесь, что он стоит. Он будет синхронист какую-то прокачивать. Так, а нас интересует только вот эта молекулярка. То есть мы ставим с тобой вот эту двойку. Спортсмена, наверное, сейчас влепит. И тренера, да? Козла. Так, ну давай мы сделаем так. И вот так. Не очень, друзья мои, не очень. Опять лицо. Давай в блок, пожалуйста, мне бомби. Ты сам видишь, что происходит. Сейчас он выставит этого козла своего. Но этого мы бомбанем. Наверное. Да, я думаю, что... Ой, я не могу. Да, не знаю, ребят, какая-то... Блин. Давай смотреть, что получится. 2 и 2, 4. Тут, естественно, он еще нам блок сейчас будет пробивать. Ну какие твою мать грибы, блин?
Ну какие грибы? То, что он этого прокачал, это, в принципе, ерунда, ребят. Меня-то больше другое волнует. В плане не... А, ну да. Ну, тут уже все, тут уже никак, к сожалению. У него еще в блоке здесь. Блин, да что такое-то? Какие-то единички, блин, выпадают. Молекулярка выпала, но в конце, блин, было бы у него не было бы защиты, мы бы ему пробили бы лицо бы сейчас очень замечательно, кстати. Короче, сдаемся. Нафиг. Понятно, что тут проигрываем. Спортивные колоды. Как бич. Ребята, как бич для моей вспышки на солнце. Ну просто, ребят. Я не могу реализовать удар, который мне нужен. Вот именно от этого мне надо нанести 5 единиц урона. А у меня не получается. Карта на пиратах, да? Точнее, колода на пиратах. Ну, тут же понятно, ребят, что это пираты. Ты серьезно сейчас? Ну, на пиратах, да, друзья, а чё? Клубники, как мы видим, нету, да, у нас? Чё, попробуем, ребят, поставить, может, получится всё-таки 5 в лицо этому пробить. Получится. Ну, нам, правда, тут сейчас... Ну, да, навтыкали, а фиг ли сделать. Угу. То есть... Ну давай. Тут получится всего лишь один зомбик, да, выпрыгнет у него. Получается так. Да, один зомбик, потому что второй здесь занята ячейка. И два еще в лицо. Итого у меня 9 хп. 9 хп, блин. Кто у него там может быть? Опять такой же зомби? Вполне. Давай я так вот сделаю. У него должна либо кровожадность быть, либо два бесенка должно быть. А, вот так вот, да? Угу. Так, у него еще надгробие сейчас будет, да? Насколько я могу понимать. Значит, ставим этого и... Так вот сделаем.
И вот сейчас вот казалось бы, да, где молекулярка? А молекулярки нету. А знаешь, почему ее нет? Потому что она всего лишь одна у меня. О, смотри-ка, прячет. Естественно, хочет вытянуть карту какую-нибудь. Ничего у него не получилось. Не вытянул он карту. А вот как мне его пробить здесь? Вопрос очень интересный. Так, сундук. Но это с бесенком, да? Я так понимаю, сейчас будет трабла. Это у нас будет с бесенком. Ну, давай смотреть. Блин, вот плохо, что... А, у меня здесь все равно защиты не было, да? Вот смотри, сейчас мы... если мы ему... Перемещает. Плохо, что на воду. Так, ну что, мелкого гаденыша. Только не сюда, только не... Давай, 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 иди сюда, каркуша. Поехали. 3-3. Блин, и тут еще 2. Ой, ребята, блин, это подстава. Прикинь. Вот это была сейчас подстава. Слушай, подожди! Я уже задание давно выполнил. Стою, мучаюсь тут с этой вспышкой на солнце, когда задание уже давно-давно выполнено, друзья мои. Ну, ёпарасоте, ну... Да. И думаю, когда же мы выполним? Столько уже в лицо урона на ему нанес. Поехали. Так, это у нас ржавый разряд. Противный тоже типок. 100% будет на своих ботанках, наверное, играть. На заклинаниях. Вот как пить дать. Он при себе там имеет валунчик. Все у него там есть, ребят. Все у него есть, поверьте мне. Нам просто нужно тихонечко переждать. Интересно. Есть у него валун? Вот что у него есть. Вот что у него есть.
Так, что у него там, молния, по-моему, или молния не у него, я не помню. Я знаю, что он... Опа, смотри. Так, получил. Так, ну что, будем знать, что у него эта перемещалка есть, ребят. Вот, что он взял. Ну давай заклинание свои колдуй тогда, парень. Мы будем тебе лицо пробивать. Ненавижу это. Давай, применяй заклинание. Не успели. Так, ну что, его превращаем, ребята. Да даже превращать не буду я его. Знаешь, что сейчас сделаем? Вот так вот. Дальше тут. Дальше кукуруза. А, нет, даже не кукуруза. Смотри, что сейчас мы сделаем с тобой. Ну и будет его, наверное, там прокачивать, да, всячески. Неужели коробочек у него есть? Так, ребят, ну манну мы ему сожрем на следующем ходу. И поставить нам надо будет вот этот гриб. 6,3,9. Уже не знаю, что придумать, да? Один, ну, все равно не пробьет. А вот теперь смотрим, друзья, что он будет делать. Так, 6,3,9. Нам как раз хватит. Пока так сделаем. Это все, что он мог. В общем, ребята, он тут проигрывает. Почему? Сейчас объясню. Нет, он, конечно, кого-то сюда поставит, но мы с тобой выставим еще один. И все. Сколько вот там, на сколько? На 6. Плюс еще 6, это 12. На 12 заклинаний, ребят, ну ему не хватит просто.
Понимаешь? Ну, пускай теперь попробую что-нибудь сделать. Ну, вот только что здоровье себе восстановить смог. Поехали. Единственное, что сейчас у него выпадет такая штука. Вот сейчас он ее даже не стал... Он ее даже не стал использовать, друзья. Тогда все. Тогда ему точно фиаско. Тогда ему точно, ребят, фиаско. Ну что он тут сделает? Ну не, он уже ничего не делает, ребят. Абсолютно ничего не сделает. Ну поставит он этого астронавта и все. Тут никак не выкрутится. Если две потаи стоит, все. Тут ты. Хоть ты тут что делай. Уже тебе ничего, ребят, не поможет. Так, ну что, мы переходим плавно с вами на 14 ранг. Немножко так как-то смешно. Всегда на полтиннике, а тут 20-й, 18 ранг. Ну что, ребят, ранний доступ, давайте смотреть. Так, используйте поганку и стратегической колоды. Перестраховка, чтобы уничтожить зомби и получить много солнца. Прямо аж много солнца. Ну что ж, давай попробуем использовать поганку. Что-то заикается. Так, и мне дают, ребята. Использую, говорит, поганку. А что-нибудь подешевле-то есть? Ядрен, матрен. 6, 4, 3. Куда я с таким арсеналом пойду? А раз вот этого здесь дали, значит, что будет у нас, ребят? Значит, здесь будет... Что-то да будет. Что-то да будет. Вот, смотри, что он делает. Поэтому у нас тут есть молоточек на этот случай. А на следующий случай у нас есть цветочек. Бургер мне дали. Ну, это тако. Слушай, он никого не стал ставить. Уничтожаем. Что-то он хочет с помощью вот этих вот сделать, да? Или хотел сделать. Так. Ну, 5-то в лицо, тут, конечно, неприятно, ребят. Кому будет приятно? Так, бонусную, да? И это сейчас в ответку. На! Сдохните, упыри. Значит, у него еще такая фигня одна была, а? Блин, ребята, мне надо либо хиляться, или что делать? Как мне тут выживать? Так, давай хотя бы мы ему немножечко вот так вот понизим хотя бы здоровье, так сказать, да? Хорош. Смотри, что делает. Так, ну, на следующем ходу мы его можем убить с помощью вот этой поганки. Восемь. Ага. А что я радуюсь-то? Слушай, а что он делает? Плюс 2-2, да, получает? Ну, давай так сделаем. Сейчас в лицо три.
Так. А ты смотри, зомби ставит, гаденыш. Ладно, у меня есть ребята от хил. Упс. Превращаем его в какую-нибудь какаху. Ну ты посмотри, блин, ну и просто, ну просто ему на руку играет. Ну какого хрена тут? Ну хоть давай, хоть этого дали. Смотри, что творит, а. Да пошел он. Я вот так вот сделаю. Угу. Но 7 в лицо-то тебе все равно прилетит, упырь ты несчастный. У него хил, блин, а. Это я пока тратить не буду. Но он достал меня уже, серьезно, ребят, говорю. Так, что мы сделать можем с тобой? Вот в данный момент. Можем вот это все уничтожить, так? Так. Дальше поставим вот так вот. И вот так вот, блин, достал. Пускай попробует теперь выкрутиться. До свидания. Ты понял теперь, зачем мне давали вот эти вот? Как раз от курабойщиков, чтобы курабойщик, ребята, не бомбил. Вот именно для этого мне давали вот этих охламончиков мелких. А он меня курабойщиками своими бомбил. Ну, слава богу, мы отхилились, и все у нас было замечательно. Слушай, а у нас в коллекции есть бонусные карты? Ну, не бонусные, а вот. Вот, вот, я об этом говорил, утилизировать. На 1080. И, по сути, у нас вообще сколько карт сейчас имеется? 1740. Это вообще, ребят, ни о чем. 1740 это ни о чем. Блин, у меня сейчас столько карт нету, а? Нужных. Ну да ничего, ребята, все у нас будет. Рано или поздно все у нас получится. Ну что же, ребятушки, на сегодня мы с растения против зомби-героя закругляемся. И, наверное, поиграем еще немножко в Снэп от Marvel. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.